Периметр ромба равен 200, а один из углов равен 30 градусов. Найдите площадь ромба. Итак, мы с вами отмечаем, что у нас угол 30 градусов. И опускаем высоту. Теперь смотрим на данные. Периметр ромба равен 200. У ромба 4 стороны. Значит, для того, чтобы найти одну сторону, надо 200 поделить на 4. И получаем 50. Итак, сторона ромба 50. Катет, который лежит против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. А у нас имеется прямоугольный треугольник с углом 30 градусов. И катет, который лежит напротив него, равен 50 поделить на 2, то есть 25. Теперь мы находим площадь. S равняется A умножить на H. Основание 50, высота 25. 50 умножить на 25, 5 умножить на 25 – это 125, и дописываем нолик – 1250. Вот мы нашли с вами площадь ромба.